Рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И видео о небольшой посылочке, а может быть большой, потому что в этот раз как-то меня прям разобрало. И остановиться было очень сложно. Я сейчас вам покажу, что мне повезло купить. И надеюсь, вы останетесь это некоторое время со мной, разделите мою радость и, возможно, присмотрите что-то для себя. Как вы догадались, покупку я совершила в магазине «Радуга бисера». Многие знают, что это один из любимых мною производителей. Ну и, естественно, к Новому году захотелось вышить каких-то новинок, даже старинок. В общем, то, что я не купила раньше, но держала у себя в планах покупки. Итак, фирменный пакет «Радуга бисера». Я буду из него просто доставать, вы услышите некоторое шуршание. Тем, наверное, будет интереснее видео. Это новинка прошлого года, да, к Новому году, в прошлом году она вышла. Чудесный пингвиненок, но не могла я его пропустить, не купить, поэтому в этот раз он у меня оказался в корзине с покупками. Так, наверное, все-таки я все вытащу и буду вам показывать, ну, со старинок, да. Матрешка Сергиево-Посадская, да, у меня ее нет, почти все матрешки у меня вышиты, но вот осталась матрешка Сергиево-Посадская. Потом матрешка, у меня не было, вятская, вот она, красоточка. Из старых матрешек это вот две матрешки, которые я тоже собиралась купить и вышить. Так, следующая моя покупка, это лесовичок. Ну, мимо этого симпатичного лесовичка пройти было очень сложно. И это снеговичок. Помните, в прошлом году я вышивала снеговушку, ну и чтобы была пара к снеговушке, нужно вот вышить снеговичка. Так, по-моему, из прошлых новинок это все. И давайте начнем смотреть, что же вышло в этот раз. Талисман павлин. Ну, тут вот еще, видите, прям реклама. Много чего интересного вышло. Это чуть поменьше диаметром предыдущих талисманов. Так, талисман филин. Мою любовь, мои постоянные зрители знают, как я люблю этих замечательных птиц. И у меня очень-очень много вышито различных сов. Так, талисман кардинал. Ну, как кардинал не купить, да, к Новому году, в общем-то, идеальная покупка. Так. Талисман снегирь. Ну, тоже крайне новогодний сюжет. И не смогла пройти мимо, потому что вот эти вот рябинки на снегу, да, сейчас в этом году у нас в Санкт-Петербурге урожайный год на рябину. И действительно в этом году у снегирей будет что поклевать. Очень красиво. Я снимала в каком-то из своих видео, когда такие снежные шапки лежат на ягодах. Конечно, смотрится это очень здорово. Я думала, что такой красоты в природе не бывает. Нет, бывает. И в прошлом году, к сожалению, у нас не было, прошлую зиму у нас не было такого урожая этих красивых красных ягод. И, ну, как-то вот, видимо, через год. И в этом году снова мы будем наблюдать такое красивое явление, как рябина, красная рябина на белом снегу. Надеюсь, что зима будет снежная. Талисман лиса. Очень красивый талисман. Посмотрите, какая разработка, проработочка чудесная. Так. Ну и, конечно же, новинки. Прям вот новиночки. Матрешка костромская. Посмотрите, костромская матрешка держит в руках матрешку. Чудесно. Здесь такие две косички у нее. Очень мне нравится. Такая первая матрешка, можно сказать, которая, ну, из матрешек, которые мы вышивали по народным промыслам, которая немножко в динамике, да, в некой. Красиво очень. Так, матрешка новогодняя. У меня новогодняя с прошлого года есть, но хочется подружку. У меня там снегурушка, по-моему. Вот сейчас у меня будет такая новогодняя матрешка, которая держит замечательный новогодний шарик в руках. Да, вот это тоже, кстати, симпатичная матрешечка. Ну, все купить невозможно, конечно, но, тем не менее, я и ее купила тоже. Вот. Здесь, смотрите, змея сзади. Матрешка уральская. А почему уральская? Да, вы помните все эти уральские сказы по Бажову, сказки Бажова про малахитовую шкатулку. И вот, мне кажется, очень хорошо передана история, да, это. Кто не читал сказки Бажова, прям рекомендую, потому что это одни из любимых сказок. Они такие, скорее, больше для взрослых, чем для детей. Ну, хотя я читала в подростковом возрасте, и мне они очень-очень нравились. Ну, и вы можете приобрести такую красивую матрешечку уральскую, потому что она является еще и прекрасным украшением Нового года. Все вы помните, что следующий год, 25-й, у нас будет год змеи, да? Симпатичная матрешечка. Ну и такой Морозко чудесный, добрый. Посмотрите, какой он клевый. Морозко, не Дед Мороз, Морозко, да? Хотя, в принципе... Ну и сказку Морозко мы тоже с вами все помним. Замечательную. Молодцы, молодцы. В общем, у меня пополнится в этом году матрешками моя копилочка. Ну и, конечно же, мне хочется, очень хочется начать какую-то вышивать. Ну, не знаю, давайте вместе с вами, наверное, подумаем, выберем вот эту ли костромскую или вот эту по лицам. Ну, наверное, все-таки я возьму вот эту вот костромскую и начну ее вышивать. Следите за моими следующими видео, и я думаю, что вы прекрасно вместе со мной сможете следить не только процесс вышивки, но и процесс сборки и получения результата, который должен, конечно, быть невероятно красивым. Вот и все мои покупки. Да, их было, как оказалось, достаточно много. Я сама прям удивилась, что я только столько набрала. Но хочется вышивать, особенно хочется вышивать новогодние сейчас игрушки, потому что уже дело к ноябрю, и, соответственно, выпускать производители не перестают, а мы не устаем, конечно, радоваться этому и приобретать себе такие чудесные новогодние игрушки. Не только эти игрушки являются не только новогодними, но и все-таки интерьерными, да, они мне очень-очень нравятся. Итак, друзья, не выдержала душа поэта, я решила сразу вышить, попробовать одну из заготовочек, один набор. Даже не показала вам начало этого процесса, но я думаю, что это не существенно. Здесь 8 цветов бисера, это уже остатки. Ушло у меня 2 вечера или 3 вечера. По-моему, 2 вечера, если не ошибаюсь. Здесь в набор ходили ниточки, заготовочки из картона и синтепух или синтепон, неважно. Вот сейчас я буду собирать. Я разрезала, вернее, выкроила. И сейчас уже вдела ниточку потолще в 2 сложения, чтобы проложить строчку швом вперед иголку. Что получится, я вам сейчас покажу. Сначала 2 половинки, а потом мы их вместе с вами соединим в одну игрушку. Итак, друзья, я закончила эту работу, соединила 2 половинки. Каких-то особых сложностей это не вызвало. Все как всегда. Где-то не идеально. Не очень мне понравилось, как получилось внизу. Но в целом все очень замечательно сложилось. Мне понравилась проработка этой маленькой героини. Посмотрите, косички, как будто бы вот ребенок повернулся, да, или девочка повернулась, и косички такие вот в разлете. Очень красиво проработаны именно, посмотрите, цвет использован золотой и желтый, и видно рельеф волос. В общем, вроде бы настолько маленькая картинка, а здорово-здорово получилась проработка. Матрешка в матрешке, в общем, чудесно выглядит. Почему-то вот эту работу мне хотелось вышить первой. Матрешка костромская, потому что название я вам не сказала. И вышилась она мне очень быстро и с большим удовольствием. Да, я использовала вот такую веревочку. Это у меня классические веревочки для всех матрешек, просто разных цветов. Почему-то желтенькая мне показалась более логично. Ну все, на ваш суд выставляю замечательную работу от Радуги бисера. Спасибо огромное производителю. Мне невероятно приятно, что продолжают выпускать эти матрешки. Они уже стали хорошей традицией на протяжении уже не одного года. И, конечно, в финальном выпуске 2024 года я покажу всех матрешек, которые у меня есть. Это такой небольшой анонс моих видео. Невозможно обойти их. Мне кажется, в них влюблены, но если не все, то очень многие. И я, конечно, всем своим зрителям, девочкам-вышивальщицам рекомендую к покупке и к вышивке эту чудесную милашку. Посмотрите, какое лицо у девочки. Прям настоящий живой курносый носик, губки бантиком и огромные синие глаза. Замечательно. В общем, теперь я могу с вами попрощаться до следующих видео. И в следующих видео обязательно вы увидите очередные отшитые новинки, которые безумно понравились мне и, надеюсь, понравятся вам. Я желаю вам удачи, хорошего настроения, здоровья и огромного вдохновения для вашего творчества. С вами я, как всегда, надолго не прощаюсь. Мы обязательно скоро с вами увидимся. Всем пока.